Здравствуйте, здравствуйте. Вы смотрите шоу «Телевизор», программу, в которой можете заработать деньги, справляясь с моими заданиями. И, кстати, первое из них уже есть рядом со мною. А тому, кто сообщит непобедный вариант, 7500 рублей я готова вручить. А, собственно говоря, что же это за победный вариант? Слово! Вам нужно отыскать находящееся в этом клубочке, в этой змейке. Слово уже целое, составлять его не нужно. Перед вашими глазами не буквенный набор, а все-таки последовательность из букв. Обратите внимание, пожалуйста, буквы соединяются линиями в определенных местах. И вам на эти самые линии надо ориентироваться. Эти линии показывают вам, куда можете пойти в соответствии с принципом змейки. А именно этот самый принцип положен в основу этого задания, от него вам нужно оттолкнуться. Змейка двигается в 4 стороны, вправо, влево, вверх, вниз, и вам позволено перемещаться только лишь вот в этих самых направлениях. Вправо, влево, вверх, вниз. По-другому двигаться вы не можете, ну, например, по диагонали нельзя шагать. И прыгать через буквы тоже нежелательно. Движение осуществляйте постепенно, буква за буквой, как будто бы вы нанизываете буквы на эту красную нить. И в результате у вас должно получиться целое слово, которое называете в моей программе. Появиться в прямом эфире очень легко, для этого вам нужен только лишь ваш мобильный телефон. Ну и, конечно же, номер, который вы будете набирать. В программе существует несколько номеров, вам предлагается выбрать тот номер, который соответствует вашему текущему месту расположения, то есть той стране, из которой будете звонить мне. А если вы житель России или Приднестровья, для вас номер короткий 0948. Если вы в Армении находитесь, то отдельный номер существует для этой страны 09-000-7001. Если вы в Казахстане сейчас пребываете, то, пожалуйста, звоните по номеру 3698. А из всех-всех-всех остальных стран нужно вам набирать номер, который начинается с кода, с плюс 88. Международный номер, длинный, он тоже указан в списке всех этих самых номеров. Он присутствует, и все эти номера в том нижнем левом углу экрана вашего телевизора. Сосредоточены, прошу обратить внимание. В самом низу экрана имеется бегущая строка, в которой рассказаны подробно все условия участия в моем шоу, вся правда о моей программе, что, как здесь, почему, чего и зачем. Можете эту информацию тоже принять к сведению. Ну и если кому непонятно, шоу идет в прямом включении, это прямая трансляция в реальном времени, я нахожусь здесь, в этой студии, в тот самый момент, в который вы программу смотрите. Это не запись какая-то, это прямое включение. И сюда можете позвонить мне, да, совершенно спокойно и легко, и в любой абсолютно момент времени, пока идет эта программа, можете в ней поучаствовать. Конечно же, можете победить, при условии, если у вас по себе будет победный вариант ответа. В данном случае это скрывающееся здесь целое слово, которое, как я уже сказала, нужно отыскать, двигаясь по принципу змейки. Обратите внимание, правила головоломок моих всегда указаны у вас на экране. Сейчас наверху говорится, что требуется проделать. То есть конкретная задача поставлена для вас. Найти целый вариант ответа, двигаясь тоже конкретным образом, о котором я уже несколько слов вам сказала. Надеюсь, что все понятно. И теперь вам остается только лишь отыскать победный вариант и появиться здесь в моей программе, чтобы 7500 рублей стали вашими. Это прекрасная возможность для кого-то пополнить свой бюджет, не выходя из дома. Или перед экраном телевизора, не меняя положение, вы можете зарабатывать деньги, то есть проводить время перед телевизором с пользой. Материальной, естественно, пользуясь материальной выгодой. Если есть желание, если есть интерес к моему предложению, то вот, пожалуйста, пользуйтесь. Я уже готова здесь выслушать своего первого участника, с кем-то пообщаться, какую-то версию принять.
Какая версия у вас? Делитесь, прошу, здравствуйте. Алло. Ау. Так, молчать не нужно. Вы в эфире? Ну, первый блин, что называется, комом, так бывает. А может быть, вы поторопились? Может быть, не знали, что сказать первым делом? Стали звонить в программу, набирать номер шоу, а готовиться не успели. Там последний момент, это как раз-таки, да, сыграла с вами злую шутку. Ну, готовьтесь, пожалуйста, сначала ищите версию, потом уже набирайте номер шоу, чтобы вот таких ситуаций не было, что вы в эфире, а сказать-то нечего. Рот не открывается, звуки не поступают. Ну, я готова подождать другого участника, ничего страшного, или вы перезвоните, но уже с версией какой-то, не с молчанием, тишиной вы не заработаете здесь никаких денег вообще. Не говоря со мной, я все-таки услышать должна версию вашу. И желаю вам удачи, чтобы она была победной и чтобы награда в результате досталась именно вам. Я не знаю, кому она достанется, я не знаю, кто это будет моим героем-победителем, кто станет первым по счету. Но я уверена, что кого-то предложение мое заинтересует. Я все-таки деньги предлагаю зарабатывать здесь, а не просто так мы тут с вами шутим или занимаемся ерундой. 7,5 тысяч рублей – это, в общем, неплохая такая денежная сумма. Дороги, по крайней мере, точно не валяется. Достойное предложение за задание под номером 1, разминочное. Кстати говоря, да, хотелось бы этот момент уже отметить. То, что это первая только лишь головоломка, впереди еще много-много всего другого интересного, разнообразного, всяческого, всевозможного. То есть масса других заданий, которые вам понравятся, я уверена. Они, кстати, будут сложнее. Разминочных уже потом не будет, будут более серьезные. А это головоломка для начала, чтобы начинать от простого к сложному двигаясь, а не наоборот. Естественно, чтобы все становилось более интересным. Соответственно, более сложные задания тоже будут за хорошие деньги, за тоже достойную сумму. Ну что ж, сейчас это 7,5 тысяч рублей. Как вы видите, прекрасно, как вам четко видно, на экране все указано. В общем, масса полезной информации для вас, все это вам нужно видеть и знать и понимать. Ну и главное, найдите победное слово. Это, кстати, очень простое слово, и его знает каждый человек. Вопрос в том, кто его нашел. А что отыскали вы? Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло, по-моему, тут у вас пена. Пена. Так, ну нет, нет этого слова здесь. Что я вижу? Вижу два кусочка. Вижу пе. И потом вижу, что от буквы е вы к букве н все-таки перескочили. Ну, то есть, разорвали вы пену свою на два куска. Это не победный вариант. Естественно, мне нужно целое слово, которое вы найдете, а не которое вы выдумаете. Заставлять здесь однозначно ничего не нужно. Победный вариант уже составлен. Это уже сложенное слово, находящееся здесь полностью. Его вам нужно распутать вот из этого клубка замотанного. Это слово вам нужно выудить, достать как-то, вот потянув за первую букву. Вот с этим, кстати говоря, нужно определяться в первую очередь с первой буквой, той, которой все с которой все начнется, ваше слово, которое будет разворачиваться. Которая из этих 9 букв слова является первой? Какая-то может быть согласная, какая-то может быть гласная. Здесь есть такие буквы. Гласные и согласные, в общем-то, обратите внимание, 3 буквы А, одна еще гласная Е и несколько согласных. Вот они уже не повторяются. Нет, повторяются, да, 2 буквы К есть, кстати, да, обратите внимание. То есть это тоже все важно понимать, учитывать и
не забывать об этом, о том, что буквы, если они не повторяются в задании, не могут повторяться в вашем варианте. То есть, если здесь есть две буквы К уже, то в вашем варианте две буквы К могут быть. Но вот, например, буква Н, которая только одна, в вашей версии может появиться лишь единожды. Это важный момент, на котором я попыталась сейчас сосредоточить ваше внимание, дабы ошибок с этим моментом связанных не было в моей программе. Ведь ошибки не приводят вас к победе, не дают вам зарабатывать деньги. Поэтому если вы ошибетесь, назовете в эфире какой-то неправильный ответ, заставленный, или в нем будут какие-то другие буквы, а не те, что в задании, то я не смогу вручить вам за вашу версию 7,5 тысяч рублей. Только за победный вариант, у меня здесь эта награда приготовлена, лишь за победную версию, а кому-то ее вручу. Вопрос в том, да, кто мне эту версию назовет, кто сообщит этот вариант мне в программе. Ну, кто-то это сделает. Я верю в то, что это случится, когда только неизвестно. Вот этого я знать не могу, когда в моей программе появится победитель, в какой момент, в какое время это случится. Но это может быть любой совершенно момент. В любое мгновение это задание может закончиться чьей-то победой. Вашей, если вы этого захотите, будете все делать для этого, будете работать в этом направлении. Или это будет победа вашего конкурента, если вы сдадитесь, отступитесь, опустите руки. В общем, выбирайте только вы. Вам решать, кто будет героем, или вы будете праздновать победу, или вам отправятся эти 7,5, или это случится с вашим соперником. Все только в ваших руках. Я просто даю возможность, я просто делаю предложение. Предложение хорошее по заработку. Возможность зарабатывать деньги, сидя дома, у вас есть. Это главное. Важно, что есть возможность. Ведь если возможности нет, но хочется, очень это, конечно же, печально, да? Вроде как и хочется зарабатывать, и готов работать, и время есть для этого, а вот нет возможностей. А сейчас ситуация следующая. Есть возможность. Вопрос в том, готовы ли вы постараться потрудиться ради того, чтобы 7,5 тысяч рублей к вам в карман упали, или нет, или не готовы. Каждый, конечно, решает сам. Я просто-напросто предлагаю. Но рано или поздно кто-то соблазнится, все-таки предложение такое довольно-таки заманчивое. Ну и особо ничего сверхъестественного не требуется от вас для того, чтобы я смогла вручить вам 7,5 тысяч. Найти одно обыкновенное, простое, элементарное слово. Да, оно запутано. И да, возможно, довольно-таки хитренько. И, возможно, глаза не бросаются. Что смогли отыскать здесь? Здравствуйте. Это слово «канапе». Канапе. Ну что ж, версия неплохая, в принципе. Но не за нее я вручу 8 тысяч рублей. Совершенно верно. Я решила округлить сумму награды для вас, положить вам уже побольше денег. 7,5 – это не то, что 8 тысяч. Гораздо более приятным стало, приятной становится награда для победителя под номером 1. Но пока что самого победителя нет. Все готово, казалось бы, все уже есть. Только не хватает вас в прямом эфире с победным ответом. Это не канапе. Смотрите, кусочек слова отыскали. Потом уже часть тут. И еще что-то там придумывайте. Составлять ничего не нужно. Это я могу сказать вам точно. Складывать там из кусочков, брать буковку там отсюда, потом часть оттуда. Это путь, ведущий вас к победе. Не к победе, по крайней мере, точно. К победе вы не придете, складывая свой вариант, собирая его из отдельных частей моего задания или из отдельных каких-то букв. Еще раз подчеркиваю, что победный ответ уже сложен. Это уже определенная последовательность из букв, некая целостность, которую вам просто надо увидеть. Для этого требуется
внимательность, сосредоточенность, возможно, терпение, возможно, нервы, да, железные, чтобы не сдаться на полпути, да, не остановиться, не опустить руки слишком рано, а дойти до победного конца, только до победного конца исключительно. Да, вот это все нужно, выдержка, все это необходимо для того, чтобы вы могли стать моим победителем или победительницей. Неважно совершенно даже, где вы находитесь, вы можете быть абсолютно где угодно. Моя программа транслируется на все страны, вы можете находиться в любой стране, при этом возможность позвонить вас в эту программу есть и поделиться со мной своими мыслями, при этом заработать деньги, конечно же. Я обращаю ваше внимание на то, что номера прямого эфира указаны в том нижнем левом углу экрана вашего телевизора. Выберите тот, который вам нужен. Здравствуйте, какое слово нашли тут? Здравствуйте, слово «папка». Папка? Так, ну папка уже даже не составляется. В вашей версии две буквы «П», а она в задании одна. Только одна буква «П» здесь. Нельзя было два раза использовать одна. Этот момент вы упустили. Ну ничего, попробуйте еще. Попробуйте вместо того, чтобы что-то составлять и еще добавлять сюда новые буквы, для разнообразия найти, может это быть. Найти целый вариант, который уже здесь есть. Вопрос там, откуда начинать его, какие буквы стартовать. Которая из вот этих девяти букв, свой может быть первой. Ну, на первый взгляд, это не ясно. Но это же задание. Конечно же, все не должно быть ясно на первый взгляд. Это задание своими сложностями, трудностями. Совершенно это естественно, что надо потрудиться и, может быть, призадуматься и пошевелить мозгами своими. По крайней мере, повнимательнее посмотреть, чтобы с заданием все-таки справиться. Это задача. Задача своими правилами, да. Каждой задаче правила должны быть, и эта головоломка тоже не является исключением. Здесь в основе принцип змейки, которым вам нужно вооружиться и его, соответственно, применить к этому заданию. Змейка, напоминаю вам, как двигается, если забыли. Хотя забыть это, в общем-то, нельзя. Линии показывают, куда змейка может пойти. Линии вертикальные есть и горизонтальные, потому что змейка двигается лишь по вертикали, по горизонтали. Вверх и вниз, а также вправо и влево. Вы ограничены только лишь этими направлениями. Пойти в другие стороны вы не можете. Вот так все жестко. Что касается правил, да, тут есть свои границы какие-то. Немножечко стеснены, конечно же, сейчас вы в своих перемещениях. Но, может быть, это даже и к лучшему. Ведь если можно было двигаться куда угодно, как бы вы тогда нашли победный вариант ответа. Ищите его, двигаясь по заданным направлениям, двигаясь по этим линиям, которые чуть показывают вам, как раз как змейка двигается. Все получится. Здесь, конечно же, начнете движение с правильной буквы, с той, которая в действительности является первой. И здесь легко ошибиться. Вообще, на самом деле, я лично вот вижу, что здесь задание читается, кроме победного варианта, еще кое-что. Это также усложняет задачу, ведь еще и надо выбирать из возможных каких-то вариантов только какой-то один. Ну, я думаю, что вы сумеете сделать правильный выбор, чего я вам от всей души искренне желаю. И поскорее также желаю вам появляться своим вариантом в программе, ведь это задание здесь не будет вечно находиться. Конечно, не будем решать его в течение всего шоу. У меня гораздо более насыщенные планы сегодня. И масса других заданий тоже имеется помимо данного. Это только первая головоломка для, скажем так, разогрева, затравки, что ли, для разминки. Дальше уже пойдут задания более серьезные, более сложные, где уже вы сможете развернуться, если будет такое желание, и уже все будет совсем нелегко, и, может быть, даже не для каждого те следующие задания будут. Ну, наверное, это тоже головоломка не для каждого, тут вообще каждый-то не может победить, только кто-то один это сделает лучший.
не побоюсь этого звонкого слова. Лучший мне нужен телезритель. Если вы считаете, что вы можете выступить в этой роли, выступите удачно, тогда призываю вас к действию. Набирайте номер прямого эфира, выберите для начала номер, который соответствует вашему географическому месту расположения, ведь в программе несколько номеров для разных стран, и нажимайте эти цифры на своем мобильном телефоне. Я не принимаю звонки здесь из городских номеров, поэтому даже не тратьте свое драгоценное время на звонок с домашнего, только с мобильного телефона. Я жду здесь своего первого героя. Здравствуйте. Какое слово приготовили вы? Алло, здравствуйте, девушка. Нашел слово «запеканка». И вы нашли победное слово. Смотрите, пожалуйста, как оно скрывалось здесь. Вот так. Как вас зовут? Представляйтесь. Меня зовут Валерий. Валерий. Откуда вы? Город Омск. И в Омск. Отправились 8 тысяч. И вот, собственно, сразу же второе задание перед вашими глазами красуется тут. Так, это уже клубок буквенный. И 9 тысяч рублей. Я вручу тому, кто справится уже с этим заданием. Более сложное оно, потому что, как вы видите, уже новые правила и больше букв, если не заметили. И теперь куда ведут вас линии? Теперь вы можете двигаться только по линиям. Ну, впрочем, как в предыдущем задании, разве что здесь линий уже тоже больше. Ведут они уже в тех направлениях, в которых вы не могли двигаться в той головоломке. То есть тут уже спокойно вы можете, кроме движения вверх, вниз, вправо, влево, перемещаться по диагонали и даже по кругу. То есть, ну, совсем все запутано, правда ведь. Ну, что я могу сказать? Зато все знают это слово, оно очень простое. Запутано – это да, это факт. Совершенно явный и непреложный. Но само слово вам известно, и если вы постараетесь, вы сможете его распутать. Да, это не очень простая головоломка, но вы с ней справитесь. В конце концов, тоже задание под номером 2, разминка осталась позади, где не было суперсложностей. А теперь, ну тоже, конечно, не суперсложности, но тем не менее уже все равно потруднее все будет. Давайте повнимательнее разглядим само задание, пытаемся понять, что же здесь такое может находиться. Ну, целое слово опять. Опять же, я хочу, чтобы вы это сразу же понимали. И не полагали, что надо что-то сейчас выдумывать. Брать отдельные буквы, брать куски, какие-то слоги и свой личный ответ собирать, склеивать из этих самых отдельных частичек. А вовсе даже нет, понимаете это. Целое слово, целое, которое вам нужно размотать. Старайтесь это сделать аккуратненько, не разорвав последовательность из букв. И как только у вас получится такой целый вариант ответа, дальше приступайте к действиям, приступайте уже к появлению в моей программе. Это сделать очень легко, но не стоит этого делать, пока вы не справились с заданием. Появляйтесь в программе только после того, как вы решили головоломку. И вот к вашим услугам номера прямого эфира. Их несколько, их целый список. Вам необходимо выбрать тот, который вам сгодится. Если вы находитесь в России или в Приднестровье, для вас номер 0948. Если вы житель Армении, для вас номер 09-000-7001. Для обитающих в Казахстане номер 3698. А для жителей всех остальных стран имеется международный номер, который начинается с кода плюс 88. Я не знаю, где находитесь лично вы прямо сейчас, но вы можете быть где угодно. И при этом все равно возможность позвонить у вас сюда на программу есть. Просто не напутайте с номером. Ну, а я жду вас здесь в прямом эфире в качестве участника, а может быть, даже и победителя и обладателя, соответственно, 9 тысяч рублей.
Жду того, кто сообщит мне данное слово, скрывающееся здесь. Его, в общем-то, нелегко распутать. И, по крайней мере, на первый взгляд, ну, совсем все непонятно. Абсолютно непонятно. Но если постараться и крайне-крайне внимательно посмотреть, это сделать можно. Это сделать можно. Кстати, я думаю, что близко с этим словом встречался практически каждый человек. И, может быть, у вас или когда-то было это слово, или есть сейчас, или когда-то, возможно, даже будет. По крайней мере, вы прекрасно знаете, как вот это выглядит и для чего вообще это существует. Может быть, вам очень нравится это слово. Может быть, вы считаете, что какое-то оно странное и не видите в нем необходимости или нужды, но тут все зависит от человека. Кто-то к этому слову благоволит, кто-то вот его сторонится. Не знаю, кто у вас, как у вас, но знаю, что само слово в вашем словарном запасе обязательно должно находиться. Может быть, как-то в речи оно проскальзывает у вас. Кстати, по-моему, сейчас это такое популярное и довольно-таки актуальное для кого-то слово. Время сейчас такое, как раз-таки для него, да. Сейчас это слово легко встретить. Так что думайте, что это такое может быть, и, додумавшись, не медлите. Потому что время – деньги, и промедление только лишь отдаляет вас от успеха. Я жду вашего появления в своей программе как можно быстрее, потому что я хочу можно скорее вручить вам 9000 рублей, избавившись от этого задания, предложить вам уже новую головоломку, где вы сможете проявить себя, попытать счастье, свои силы какие-то попробовать, может быть, опять же, в поиске слов или в чем-то другом. Просто пока еще не решила, что будет моим следующим заданием. Да и рано как-то это решать, потому что сначала нам нужно справиться с данной головоломкой. Пока здесь нет героя, мы дальше не идем. Дальше нам просто закрыто движение вперед, другим головоломкам перейти не можем, покуда вот не справились с имеющимся заданием. Это задание, естественно, тут никуда без правил. Правила вот, опять же, вверху экрана присутствуют. Думаю, что линии, по которым надо двигаться, все видят. Не по всем этим линиям надо двигаться, естественно, какие-то лишние, иначе ничего сложного бы не было в задании, если бы здесь были бы только те линии, по которым надо двигаться. Здесь есть выбор, вам надо выбрать, в какую сторону пойдете от той или иной буквы. Пойдете ли вы вправо или влево, вверх или вниз, может, по диагонали, или пойдете по кругу. Вы решаете сами. Сами также вы решаете, с какой именно буквы все у вас начнется. Вот здесь их немало, такое вот немаленькое количество букв у вас на экране находится. 10, а именно их здесь. И вот из этих 10 букв, которая же первая? Это понять сложнее всего. Это, извините, на этот вопрос я не могу вам ничего ответить. Какая буква первая? Это я у вас спрашиваю, это вам нужно понять. Этот вопрос вам нужно себе сначала задать, на него ответить. Какая буква может быть первая? Потом от этой буквы двигается буква за буквой, шаг за шагом, линия за линией, от одной буквы к соседней. И вот таким вот образом сумеете найти победу, вариант ответа. И сразу же набирайте после этого номер прямого эфира, ни медля, ни мгновения. Ведь иначе просто кто-то сможет вас опередить тогда. Если вы начинаете замедляться, приостанавливаться, вы сходите с дистанции, вас обгоняет ваш конкурент более быстрый, ловкий и активный. Так что только вы решаете, будете ли вы героем, будете ли вы достаточно активны и целеустремлены, чтобы заработать 9000 рублей, или вы отступитесь, и эта возможность перейдет в руки кого-то другого. Мне лично все равно, как бы это ни звучало жестоко, кому достанутся деньги. Ну, мне-то какая разница? Мне главное вручить награду герою. А вот кто будет героем, не я решаю, не я выбираю. А решайте, выбираете только вы. По сути, вы управляете ходом прямого эфира, пользуясь своим мобильным телефоном. Вы влияете на мою программу, на то, что здесь происходит, вот у вас здесь творится, на то, что в кадре.
Так что в ваших силах поменять это задание своей победой, победным вариантом, заработав при этом еще и 9000 рублей, что крайне приятно. Конечно же, приятно и на эфир влиять, приятно называться победителем, нести этот почетный титул. Ну, гораздо приятнее, когда у вас в кармане становится больше денег. На 9000 рублей предлагаем сейчас пополнить свой бюджет. И тоже этим предложением готов воспользоваться. Кстати, задание под номером 2 сейчас находится рядом со мной. Вторая головоломка. Ну, и я жду, значит, второго победителя. С первым пообщалась, с Валерием. И кто же будет вторым героем? Валерий может продолжить участие в программе и снова, может быть, ему улыбнется удача. Или это сделает кто-то другой? Все равно, неважно, просто жду. Жду кого-то. Кого-то, кто хочет время перед экраном своего телевизора проводить с умом, проводить как-то полезно, получать от этого прибыль. И вообще, редкая на самом-то деле программа на телевидении дает такую возможность, вам в реальном времени дает зарабатывать деньги. По-моему, так только моя программа сейчас такую возможность вам дает, где вы еще в реальном времени будете зарабатывать посредством телевизора и своего мобильного телефона. Но вот сейчас в моем шоу, пожалуйста, больше нет таких возможностей. И эта возможность, опять же, тоже не для каждого, только для людей определенного склада характера, для активных, упорных, настойчивых, для серьезных телезрителей, которые как-то вникают в суть дела, в процесс, понимающие люди, только лишь мне здесь нужны. Здесь все-таки задания есть, правила, их нужно понимать, нужно постараться еще и соблюсти эти правила. Так что мне не нужен здесь кто угодно, мне нужен только победитель. Я со всеми общаюсь, со всеми, кто набирает номер программы, сюда врывается. Я выслушиваю всех, кто имеет что сказать. Но деньги я вручу лишь герою, кому-то, не знаю кому, за победный вариант ответа. Станете ли вы героем, решайте, пожалуйста, сами. Вот она возможность, вот оно задание. Правила все рассказала я. На экране указаны, двигайтесь по линиям, буквы за буквы, найти целый вариант. Номера шоу не изменились. Тоже у вас на экране находится. Там в нижнем левом углу все написаны. Вам нужно подобрать номер для вашей страны. Выбрать вот из возможных, из существующих. Тот самый подходящий вам. И его набирать с мобильного своего телефона. В любой момент вы можете это сделать, появитесь в программе очень быстро. Поэтому, пожалуйста, заблаговременно приготовьте версию, которую будете мне сообщать. Сначала звоните, а потом думать несколько неразумно и совсем нецелесообразно. Появитесь здесь быстро, а подумать не успеете. Появитесь, значит, просто-напросто зря. Потому что не сможете ничего сказать, будете или молчать, или догадку какую-то сообщите мне непродуманную. И это тоже, скорее всего, не будет победным вариантом. Мы ничего здесь не разгадываем, мы не угадываем ничего. Ну, наконец-то, есть участник. Что смогли найти, говорить, алло? Может быть, есть слово «кино»? Кино. Давайте посмотрим. Читается только часть слова «кино». Читается «кин». К букве «о» вы уже прыгнули. Так что ваш вариант. Алло. Это «зенки». «Зенки»? Я что-то даже не знаю, что сказать по поводу вашего варианта. Видимо, это слово во множественном числе. Ну, это какой-то, что ли, сленг или устаревшее какое-то слово, которое сейчас мало кто использует. Не знаю, насколько вообще это слово из словаря. Ну, ладно, суть не в этом. Вижу, вам сложно, задание такое запутанное. Поэтому 10 тысяч рублей, пусть будет такая награда уже для героя, на 1000 рублей увеличилась сумма вашего вознаграждения. Пусть как-то это вас мотивирует. Пусть как-то это, я не
знаю, станет стимулом для вас не ошибаться и как следует готовиться. И все-таки назвать какое-то, ну, я не знаю, обычное, простое слово без затей, что называется. Это слово может быть вам близко, может быть, у вас даже есть оно в реальном, да, выражении. Но то, что оно есть у вас в словарном запасе, это точно. Если оно у вас в жизни, вот этого я не знаю. Может быть, а может быть и нет. Может быть, есть, но вы забыли даже вообще про него, может быть, когда-то было. Но что каждый человек так или иначе встречается с этим словом в жизни, бывает даже довольно-таки близко, это точно. Иначе вы просто не знали бы, что это за слово. Так, знаете, наверняка видели и как-то соприкасались с этим словом. Но это не зенки. Это что-то другое, что здесь читается в единственном числе. Имя существительное в единственном числе в именительном падеже. И это слово читается все здесь от начала до конца, с первой до последней буквы. И вот какая буква первая, постарайтесь узнать самостоятельно. Я это вам сказать не могу, чтобы все не стало слишком простым. Ведь если я вам скажу, с какой буквы слово начинается, согласитесь, сразу же быстро все найдете. А так, есть свои сложности в задании, все-таки за как раз-таки преодоление вами этих сложностей, я и предлагаю вам 10 тысяч рублей в конечном итоге заработать. Сложности не какие-то сверхъестественные, не думаю, что вы перетрудитесь, и совсем уж вскипит ваш мозг, не думаю, что совсем сломаете голову, но немножечко поломать ее, наверное, надо. В конце концов, уже несколько ошибок здесь в эфире прозвучало, так что все совсем нелегко, как очевидно. Тем не менее, победный вариант здесь есть, найти его реально. Но станет ли это для вас реальностью, решайте только вы. Я всегда это говорю, что каждый человек решает сам, кем он хочет в результате становиться. Хотите ли вы быть героем или хотите вы быть просто телезрителем? Хотите ли вы, чтобы у вас в кармане появились 10 тысяч рублей или вам все равно, и пусть они будут у кого-то другого. Выбираете это только вы. Все зависит от ваших действий. Все зависит только от них. От вашей сосредоточенности при этом, конечно же. От вашей внимательности, от, в общем, ну, многих вещей, но, большому счету, от действий в первую очередь. Если вы ничего не делаете, то ничего не происходит. Если вообще никаких действий вы не совершаете, то, конечно же, ничего не случается при этом. Чтобы что-то произошло, надо что-то сделать. Чтобы произошла победа, надо быть активным и как-то заслужить эту победу. Показать, что вы этой победы достойны. Достойны награды. Потому что сама награда достойная, и я лишь не собираюсь вручать ее кому попало за все что угодно. Мне нужен только победный вариант ответа, а это слово, найденное по правилам. Целое слово, которое можно здесь прочитать, если двигаться по линиям. Право, лево, вверх, вниз, по диагонали, по кругу, в общем, как угодно, линий здесь много. Непросто с заданием справиться, это да, я это подтверждаю. Но эта головоломка уже вторая по счету. Поэтому вы хотели, чтобы все время разминочные задания у меня, что ли, были? Вторая разминка, третья разминка... Нет, такого сегодня не будет однозначно. У меня как-то задание всегда становится только сложнее. По-моему, это логично, иначе просто неинтересно будет. Согласитесь. Кроме того, за разминку я просто не могу предложить вам 10 тысяч рублей. За разминку бы такой суммы не назначалось за ее решение. А вот за задание под номером 2 есть 10 тысяч. Здравствуйте, что нашли здесь? Победный вариант — слово «окно». Слово «окно» читается, но как-то коротко. Только 4 буквы. Из имеющихся в задании 10. Маловато будет, маловато. Надо все-таки что-то более длинное найти. Здесь есть слово длиннее, чем «окно». Мне нравится ваш подход, мне нравится то, что вы соблюдали правила. И свой вариант вы проверили, вас ничто не остановило. И все бы хорошо, все бы ничего, только вот да, всего 4 буквы.
На экране 10. Хотелось бы, чтобы все-таки вы использовали побольше букв из имеющихся. Не 4 только. А мы продолжаем тем временем. Итак, что же, если не окно? Если не окно, то что? Ну, что-то. Что-то, что вам, я думаю, очень-очень хорошо знакомо. Может быть, довольно-таки раннего возраста. Вообще, я думаю, что в раннем возрасте, по-моему, это слово у всех есть. С течением времени, может быть, у вас отношение к этому слову меняется, и вы с ним расстаетесь. А может быть, и нет. Может быть, продолжайте с этим словом довольно-таки близки. У каждого по-разному. Главное, что само слово по себе никуда из вашей головы не делось, и вы, конечно же, его знаете, оно вам превосходно знакомо. Вопрос в другом, вопрос в том, кто назовет мне этот вариант ответа. Может быть, его знают все. Да, его знают все. Может быть, найдут его несколько человек, но в эфире его назовет только один. Кто-то, кто быстрее всех отреагирует, кто-то, кто будет самым активным, самым быстрым. Вот этот человек и займет место победителя. Станете ли вы этим человеком? Ну что ж, выбирайте сами, что вам больше нравится. Или лежать на диване, ничего не делать, заниматься этим сладким ничего не деланием. Или все-таки сделать кое-что, ничего суперсложного, и 10 тысяч рублей заработать. Ваш ответ, говорите, алло. Здравствуйте, вижу тут у вас слово «обои». Обои? Ну вот я что-то не вижу обоев. Свои обои вы порвали на куски. Не надо так расстраиваться. Я понимаю, что все может быть непонятно и не очевидно, но это не значит, что нужно свой вариант разрывать на части. Ну, смотрите, у вас отдельно буква О какая-то, отдельно Б, потом вы снова возвращаетесь к букве О, опять же, какой-то, не знаю какой, и снова у вас отдельная буква И. То есть, ну, все отдельно, вообще. Ваш вариант весь составлен от начала до конца. То есть, совсем как-то невнимательно, что ли, вы отнеслись к существующим правилам, они никуда не девались, с экрана не пропадали, не стирались, и никто их не изменял. Также нужно искать слово, двигаясь по линии. И линии тоже никуда не девались. Линии тоже на месте. Все здесь же, все тут же. И такие же ведущие вправо, влево, вверх, вниз по диагонали и по кругу. Нам просто нужно выбрать. Выбрать букву, с которой все начнется. Выбрать потом линию, по которой вы пойдете ко второй букве. Опять выбрать вторую букву, соответственно, ну или одновременно выбирать и линию, букву. И вот так вот каждый раз выбирать, куда вы будете делать шаг, совершать шаги максимально осторожно. То есть это такая хрупкая конструкция. При неумелом, каком-то корявом, неграмотном обращении она легко рассыпется. И у кого-то уже там обои, понимаете ли, получились, какие-то детали, куски этого задания в разных частях, в разных местах, вернее, эти буквы находятся. У кого-то еще что-то другое там получилось оставлено. Мне нужен целый вариант. Вот, кстати, слово «окно» кто-то прочитал здесь. Неплохой вариант, неплохой. Но вот это слово у вас, может быть, и есть, а может быть, и нет. Окно, скорее всего, у вас точно есть, там, где вы живете. Как же без окон-то жить? Окно точно у вас есть. А этого слова может и не быть. Без него вы можете обойтись, что оно спокойно. Без окна сложновато, как, наверное, проживать в помещении без окон. А вот это слово вам, может быть, не очень-то и нужно. В этом случае его у вас, конечно же, нет. Если оно у вас есть, ну, тоже не значит, что оно вам очень нужно, но просто оно нравится. Все на это слово смотрят по-разному. У всех, наверное, свой взгляд на это слово и свое видение его. И, так что я, правда, не знаю, что у вас лично с этим словом, как складываются отношения и как вы на него смотрите. Главное, что оно вам известно. Это самое основное. И, значит, вы можете его найти. Просто надо постараться и быть чуточку повнимательнее и не упускать такой момент, как
строгие правила задания, по которым все должно происходить, на которых все должно основываться. Ни в коем разе правила нельзя игнорировать. Итак, двигайтесь, как я уже сказала, по тем линиям, которые между буквами есть, и вы обязательно найдете победный вариант. Но это не слово «окно», и это не слово «зенки». Эти варианты уже звучали здесь, поэтому не пытайтесь меня ими удивить. Мне они уже не нужны. Я уже услышала. Здесь имеется другой вариант, который интересует меня гораздо больше, за который я предлагаю деньги и готова вручить их немедленно. Да, хоть уже прямо сейчас. Если у вас уже сейчас имеется вариант победный, если вы готовы им со мной поделиться, то я не вижу причин не делать этого. Я вижу зато вескую причину это все-таки сделать. 10 тысяч рублей. Вот она причина, по которой вам стоит появляться в программе при помощи телефонного звонка с вашего мобильного телефона, называть свой вариант. Номера программы там вот, пожалуйста, найдите тот номер, который вам нужен. 0948 для жителей России или Приднестровья. Номер 0900070001 для Армении. Номер 3698 для участников из Казахстана. И также имеется номер, начинающийся на плюс 88. Это международный номер для всех остальных стран. Где угодно вы можете быть, где угодно. Позвонить можете откуда угодно. И вот кто-то позвонил. Здравствуйте, что удалось найти тут? Здравствуйте, победная версия – это комбинезон. Конечно же, это действительно победная версия, я вас поздравляю. Как зовут вас? Меня Катя зовут. Вы откуда, Катерина? Город Красная Горка. Уже к вам отправились 10 тысяч рублей, а на экране появилось новое задание под номером 3. Это 30-буквенное табло, в нем скрывается 3 слова. За любое предлагаю 11 500 рублей. За любой вариант из трех. Да, именно так все слова искать не обязательно. Чтобы эта денежная сумма стала вашей, найдите любое, хотя бы одно. Но вы можете найти и 2 и 3, пожалуйста, никто не мешает и не запрещает. И при этом даже заработаете больше денег. Так что вот, за 2 слова больше на 1000 рублей. За 3 слова, все 3 победных варианта на 2000 рублей больше. Поэтому размер вашей награды зависит от вас сейчас. То, сколько денег вы заработаете, вы можете решить сейчас сами. Это крайне приятный момент. 1 слово – это 11 с половиной. 2 на 1000 больше, 3 на 2000 рублей больше. Но если не хотите 2 слова или 3 слова искать, можете найти хотя бы одно, и это тоже уже победа, это уже деньги. Как видите, 11 500 рублей, вот какова минимальная награда для вас. Готовы довольствоваться минимумом, что ж, пожалуйста, вперед, как захотите, как пожелаете. Но не забывайте о том, что в каждом моем задании имеются свои правила, и в данной головоломке, конечно же, куда без них, куда без правил, в конце концов. И сейчас это принцип змейки, с которого у нас сегодня программа начиналась. В первом разминочном задании он использовался, и тут тоже он к месту. Да, здесь он тоже пригодится вам. Змейка двигается как? Еще раз напомню тому, кто, может быть, забыл. Вправо, лево, вверх, вниз. В рамках этих самых 4 направлений вы можете перемещаться. Поэтому, пожалуйста, вот так вот и перемещайтесь. Буква за буквой. Постепенно, аккуратненько найдите хотя бы один целый вариант ответа в этом большом табло. Слова, кстати говоря, не короткие, чтобы вы не думали, что достаточно 3 букв. Недостаточно. Слова содержат букв побольше, не три. И если вам удалось... И как только вам удастся, я же сомневаюсь, вам уже удалось. Хотя, ну, если так, вперед, вы знаете, что делать. Удалось, так набирайте тогда номер программы, врывайте сюда, называйте свой ответ. Хотя бы один
какой-то любой из трех. Вот номера прямого эфира. Еще раз подчеркиваю, что этих номеров несколько. Пожалуйста, не запутайтесь. Есть номер короткий для жителей России и жителей Приднестровья. Это номер 0948. Есть номер подлиннее для жителей Армении. 0900070001. Отдельный короткий номер 3698 для Казахстана. И также еще один существует номер для всех других стран, прочих, которые я не назвала. Это номер международный, и он начинается с плюс 88. Так что ваше местонахождение неважно, и на вашей победе никак не отразится то, где вы живете, находитесь, откуда будете звонить. На вашей победе отразится только лишь тот вариант, который у вас при себе будет. Он должен быть победный. В противном случае 11,5 не вручу. Если будет что-то там выдумывать, составлять, брать кусочки, складывать, или назовите мне какое-то совсем уж коротенькое слово, то вряд ли удастся вам победить. И чтобы сразу же сократить круг ваших поисков, обозначу следующее. Слова длинные. Минимум 9 букв должно быть в вашей версии. Слова. Короче, мне не нужны. Слова вы эти прекрасно знаете. И, возможно, в вашей жизни встречалось вам близко хотя бы одно из этих слов. Ну, должно встречаться было. Должно. Я буду очень опечалена, если вам не встречались эти слова. Часто люди с этими словами контактируют, и многие, в общем-то, как-то свою жизнь без них не видят. А вот жизнь неразрывно связана с этими словами. И поэтому я уверена, что вы сумеете найти хотя бы одно слово. Это несложные термины, которые никто бы не знал. Это обычные слова из словарного запаса любого простого человека. Так что не нужно быть, наверное, гением, кандидатом наук, каким-то супер-пупер умным человеком, чтобы эти слова знать. Но чтобы найти, надо постараться. Так-то, чтобы знать, ничего делать не нужно. Вы знаете и знаете, и все тут. А вот чтобы найти, надо потрудиться, ведь вы же не знаете, что это за слова, вы же не знаете, какие они конкретно. Они же запутаны, да, вы не знаете, где они могут начинаться, они могут начинаться где угодно. Поэтому вам сейчас надо изучить тщательнейшим образом предлагаемое задание. Вот все эти буквально буквы, все перебрать одну за другой, тщательно перетряхнуть это табло в поисках хотя бы одного варианта из трех. Напоминаю еще раз, слова от 9 букв. Как минимум 9 букв должно быть. Короче, не надо, это точно, там 3, 4, 5, 6, 7, 8 букв, этого мало. Даже если вы нашли в этом табло целое слово, но в нем не 9 букв, а меньше, не называйте его. Что назовете? Алло, говорите. Алло, здравствуйте, слово рисование. Рисование. Ну, часть, может быть, ваших вариантов заданий есть. Но я просила не часть, я просила все слово целиком. Ну, не предлагайте только чай. К сожалению, не состоялось у нас продуктивного общения. Возможно, вы любите это дело, этот процесс рисования. Может быть, он вам близок. Мои слова все-таки другие. Может быть, кстати, одно из них связано с рисованием. Но само слово «рисование» не из табло. Мы продолжаем. Двигаемся дальше. Я жду следующего участника. Я не отчаюсь, да? Ошибки могут быть. Это очень непростое задание. И, конечно же, в нем ошибки вполне естественны. Они могут получаться, да, это нормально. Нормально, когда кто-то ошибается. Но просто мы все люди, и нам это характерно. Так бывает, так случается. Случается даже с лучшими ошибки. Ошибаются даже гении. Поэтому не стоит пугаться ошибок, бояться ошибок и очень сильно по этому поводу переживать, если вдруг ошиблись. Исправляйтесь, ваша ошибка может быть исправлена, в любой момент совершенно можете переделать и снова появляться в прямом эфире, никто не мешает вам это сделать. Еще раз,
Количество ваших появлений в программе моей никем и ничем не ограничивается. Хотите появиться здесь второй раз? Какой-то другой, более удобоваримой, подходящей версии? Вперед, вперед, какие могут быть проблемы? Деньги все еще в эфире. 11,5 достойная награда для героя под номером 3 за один любой победный вариант из трех. Это, кстати, минимум. У вас на экране сейчас обозначена минимальная награда для кого-то, минимальное количество денег за одно любое слово из трех. Можете найти больше слов и можете заработать больше денег. Хотя я вас к этому не принуждаю, не заставляю. Найдите хотя бы одно. Хотя бы одно слово – это победа. Уже это победа. Если оно победное, все, это победа, правда? Да, это минимум, но минимум тоже хороший, я считаю, предлагаю. Не так, что минимум это там 1000 рублей, а за два слова там 100 тысяч. Да? Тогда, конечно же, никто бы не искал одно слово, все бросились искать два слова. Уже минимум очень хороший, 11,5. Просто если вдруг так получилось, что вот вы захотели и постарались, нашли второе слово, то я хочу, чтобы ваши старания были оплачены. И тогда это будет на 1000 рублей больше. А за все три победных варианта больше на 2000 рублей. Приятный такой вот бонус за то, что вы так вот вложились и постарались. Но если не чувствуете сил или желания искать второе, третье слово, ну не обязательно, я не заставляю, не надо. Найдите хотя бы одно. Тем более, что даже одно слово найти здесь крайне нелегко. Слова-то очень хитро запутаны, знаете ли, это задание не для любого, наверное, телезрителя. Я бы так сказала, сложная головоломка, да. Ну, такое она и должна быть. Все-таки это задание выступает под номером 3, поэтому ждать от него какой-то простоты и легкости было бы, ну, смешно, наверное. Здесь есть свои сложности, связанные с тем, что это уже третий уровень, и вообще большое табло, 30 букв и так далее. Еще и три слова. Так что еще и слова длинные, поэтому что поделать, да, сложности есть, никуда от них не деться, вы уж извините за такое сложное задание, но зато 11,5 в качестве награды минимально, согласитесь, это очень даже неплохо, хорошая мотивация постараться. Так кто же постарается исправить? Что получилось у вас, делитесь, алло. Может быть, поросятина? Сегодня вы просто фонтанируете вариантами оригинальными. Поросятина. Даже не знаю, как комментировать ваш вариант. Здесь просто нет такого слова. Оно вами выдумано от и до. Я даже особо вот не вижу, что буквы были рядом. Может быть, они все из этого табло, но они все в разных местах. Так можно, знаете ли, любое слово составить, любое просто от балды называть, но давайте так не будем все-таки делать, это просто пустая трата времени. А времени-то у нас не то чтобы очень много оставалось. Дело в том, что прямой эфир имеет свои какие-то рамки, как и логическое свое начало, так и логическое свое завершение. И вообще его большая часть уже осталась в прошлом. Поэтому вот то время, которое у нас с вами остается, надо бы нам им распоряжаться более эффективно. И тому, кто найдет и назовет хотя бы одно из трех слов из этого табло, 12,5 тысяч рублей я предлагаю на 1000 больше. На 1000 рублей больше становится минимальная сумма награды для вас. 12,5 тысяч за любой победный ответ из трех. И еще кое-что для вас я сделаю. Слова длинные и конкретнее, готовы сказать, 9 и 11 букв в этих самых словах. 9 и 11. Слова только из 9 или 11 букв меня интересуют. Из другого количества букв не интересует, даже если найдете. Неинтересно. Вот направляющая уже находится у вас на экране. Вы видите, она уже здесь, все, появилась. Количество букв уже вам известно, можете ориентироваться, не забывайте считать. Не надо примерно прикидывать, а вроде там 9, вроде длинное слово, легко ошибиться.
легко. Поэтому обязательно считайте количество букв в вашем ответе. И проверяйте, читается ли ваш вариант по принципу змейки. Он должен читаться. Мне не нужны слова, которые вы нас оставлять мне здесь будете. Даже из такого количества букв. Потому что в задании 30 букв. Вы просто себе представить можете, сколько слов можно из них составить. Это какой-то длиннющий, бесконечный ряд слов. И я крайне не хочу, чтобы все слова перечисляли здесь. Программа у меня просто не такая длинная, чтобы была у меня возможность эти версии выслушивать. Это действительно будет просто переливанием пустого в порожнее. Хочется больше динамики, больше результата. Все-таки ко мне в эфире только двое героев. А надо, чтобы был третий. И я думаю, чтобы был четвертый. И пятый. Пока только двое. Вообще в этом задании у меня даже может быть и не один герой, а от одного до трех. Может быть, здесь три победных варианта. Кто-то может за это один, кто-то второй, кто-то третий. Таким образом будет трое героев. И вот, пожалуйста, пятеро победителей. Шикарнейший результат. Впрочем, я не настаиваю. Кто-то, может быть, и все три слова назовет и станет одним героем в этом задании. Ну, хотя мне, в принципе, достаточно и только лишь одного победителя с хотя бы одним словом. Это уже будет очень хорошо. То есть, конечно же, всегда может стать лучше. И, наверное, всегда нужно быть оптимистом по жизни. И надеяться только на лучшее, и ждать только лучшего, и верить лишь в лучшее. Ну, что получается, то получается. Главное, чтобы что-то получилось, а не чтобы совсем вообще ничего не получалось. Пусть хотя бы один герой будет с хотя бы одним победным вариантом. Это будет уже очень и очень достойно. Поэтому я желаю вам удачи и успехов. У вас все получится, если вы будете стараться. И не забывайте о том, что вам нужно еще набрать номер прямого эфира, а не только справиться с самим заданием. Ведь о вашем варианте никто не узнает, если вы помолчите. Я жду, что вы появитесь в моей программе и сообщите то слово, которое смогли найти. 9 или 11 буквенное целое слово в этом табло. Известные всем слова. Простые, обычные, из словарного запаса любого человека. Наверняка в жизни вам приходилось сталкиваться с хотя бы одним из этих слов, а скорее всего, ну не знаю, может со всеми тремя и сталкивались вы, но вот с двумя точно. Но вот с одним 100%. С одним словом из этих трех, по-моему, так все люди встречаются. С двумя многие. С тремя тоже довольно-таки много. Но вот с одним, так, по-моему, вообще все. Практически все. Ну, за редким исключением, но я думаю, что с такими людьми мы просто не встречались. Как-то не приходилось наверняка общаться с такими людьми, потому что это, ну, совсем печально. Так что вот, слова эти все знают. Слова обыкновенные, слова простые. Длинные, да. Запутанный хитро, однозначно. Но хотя бы одно найти вполне реальная задача. Так вот, кто же нашел? Может быть, сейчас кто-то, может быть, если нашел. Я вас не слышу. Я вас не слышу. Где же вы, мой герой, победитель под номером 3? Счастливый обладатель 12 500 рублей. Хочешь, чтобы эти деньги не оставались здесь? Хочешь, чтобы вы все-таки забрали, поскольку справились с моим непростым заданием, поскольку все-таки выполнили эту задачу на ура. Если это случилось, не забудьте сообщить об этом мне, иначе так и останетесь без денег. Если вам интересно просто так справляться с моими заданиями из спортивного интереса, ну, дело ваше. Но я бы все-таки предпочла, чтобы вы свои 12 500 рублей в программе не оставляли. Я лично сюда пришла деньги вручать. Вот и все. Не хотелось бы, чтобы они здесь оставались, не хотелось бы в конечном итоге их аннулировать. Предложение есть, предложение сделано, предложение хорошее, предложение стоящее чего-то. Внимание, кто же внимание обратит? Одно любое слово из трех, что находится в этом табло. Три целых читающихся слова.
читающихся по принципу змейки от начала до конца, от первой до последней буквы. Слова связаны по смыслу, из одной и той же сферы. Все знают эту сферу, все с ней встречаются в жизни. Многим эти слова крайне близки или когда-то были близки, в зависимости от того, в каком вы сейчас возрасте. Так что вот ничего сверхъестественно сложного. В принципе, я не требую от вас никаких таких вот суперсложных действий. Все реально, все выполнимо. А что нашли вы? Здравствуйте. Мой вариант слова «заражение». Заражение? Какой-то ужас. Это просто ужасные слова мне сегодня называйте. Начало слова вашего есть. Да, вот я вижу это «зара». Но потом к букве «ж» вы смотрите, как вы далеко прыгнули. И потом, опять же, окончание вашего слова уже в другом месте. Нет, нет, здесь слова «заражение» нет. То есть целиком оно не читается. Из трех отдельных кусков, да, вы его сложили. Трех отдельных частей. Ну и, собственно, зачем мне ваш вариант? Когда меня интересуют слова целые, которые надо складывать. Они уже сложены. Буквы в этих словах идут одна за другой последовательно. Плотно друг к другу прилегают. Задача ваша была найти хотя бы одно такое слово. Вы выдумали это самое заражение. И я не знаю, на что вы вообще рассчитывали с таким ответом. Который вообще никуда не годится. Под правило не подходит. С принципом змейки никак вообще не соотносится, не связан. Нет, нет. Ищите слова и считайте буквы в них. Ну или в одном слове. Нашли одно слово, сосчитайте. Обязательно количество букв. Потому что должно быть столько, сколько указано здесь, в этой части экрана. 9 или 11. Если в вашем варианте какое-то другое количество букв, не стоит такой вариант называть в программе. Он не победный. Даже если он читает. Даже если вы это слово прочли, но в нем не 9 или 11 букв, оно просто не стоит денег. Он просто не победный, и все. Ну и что, что соответствует правилам? Направляющий это не соответствует. Да? Ваш вариант должен соответствовать и правилам, и направляющим моим. Я же не просто так их даю. Я хочу вам помочь, хочу, чтобы на этом задании мы с вами не застряли и поскорее его решили. Быстрее здесь появился герой, кто-то, кто станет обладателем 12 500 рублей, как минимум. Ведь за 2 слова на 1000 больше. Это награда за 1. За 3 слова на 2000 рублей больше. Вы по-прежнему можете решать сами, сколько денег вам в конечном итоге достанется. Зависит от того, сколько у вас слов. Вот от этого зависит, да, все. И зависит от того, что у вас за слово, целое ли оно, сколько в нем букв, действительно ли оно победное. В противном случае, если оно не победное, ну и денег никаких не смогу вам вручить. Я здесь и направо, налево разбрасываюсь такими суммами. Я предлагаю эти деньги только тому, кто этих денег достоин, тому, кто их заслуживает. А заслуживает этих денег лишь лучше. Лучше ли вы? Вот в чем вопрос. Не побоитесь ли вы показать, что вы лучше здесь в моей программе? Не побоитесь ли вы на этот шаг продемонстрировать всему миру, что вы есть герой, что награды должны доставаться вам? Или вы будете сидеть и ждать в море погоды, или когда денежки начнут сыпаться на вас с неба? Но этого не произойдет. Можно ждать всю жизнь, и этого не случится. С небес деньги не падают. На деревьях они на кустах не растут. Их надо зарабатывать. Что получилось у вас? Какое слово нашли? Здравствуйте. Я составила слово. Это слово «воздержание». Зачем вы составили это слово? Я просто не понимаю. Само по себе слово такое специфическое, так еще и составили его. Я бы вряд ли, наверное, предлагал бы вам такой вариант искать в своем задании, уж тем более надо его составлять было. Вы еще и не постеснялись сами сказать, что вы его составили. Ну, составили и составили. Ладно, хорошо, только зачем надо было в эфире
с таким вариантом появляться. У вас на экране четко написано «найдите хотя бы одно слово из победных». И я уже не один раз обозначала, по какому принципу искать слова. По принципу «змейкер», говорила же, рассказывала, да? Вправо, влево, вверх, вниз, двигайтесь буква за буквой, чтобы у вас был целый вариант ответа. Все это, видимо, вы пропустили мимо своих ушей. Ну, такое немножечко несерьезное, значит, отношение, не совсем ответственный подход, который и не принес вам победы. А стоит все-таки собраться, ведь как минимум уже 14 тысяч рублей находятся в эфире в качестве минимума и ждут кого-то. Что, наверное, вот 14 тысяч уже на экране отобразилась эта сумма за любой победный вариант из трех. Это минимум. За одно любое слово. За два на 1000 больше. За три на 2000 рублей больше. Все так же. Можете заработать больше денег, чем указано здесь, но при этом придется больше постараться, это все нормально. Ну, а как иначе? Как иначе? Я с удовольствием вручу вам больше денег, если вы назовете мне больше победных вариантов. Но если у вас хотя бы один победный вариант, ну, называйте его. Любой победный вариант меня устроит. Мне, кстати, все равно. Какое слово вы назовете из трех? Из 9 или 11 букв? Тоже это не важно. Все три победных варианта довольно-таки тесно связаны по смыслу между собою. Они все из сферы, которая знакома практически всем. С этой сферой встречаются практически все люди на Земле. Очень редкий человек как-то в этой сфере не крутится. Очень редкий. Таких людей я лично не знаю. Думаю, что вы тоже не знаете. Где-то они живут совсем далеко от нас. Это в джунглях, наверное. Там, я не знаю, в лесах, в степях. Вот. Они, может быть, и не знают эти слова, с ними не встречались. А вы наверняка. Наверняка. Так что... Вот так вот, кто от вас обычные слова из, наверное, все-таки вашей жизни, может быть, ваша жизнь по-прежнему с этими словами связана, может быть, когда-то была связана или будет еще связана, но главное, эти слова вам известны, как бы там ни было. Главное, вы их знаете. Это основное. Поэтому я не жду от вас сейчас каких-то хитро выдуманных слов. Обыкновенные, простые литературные слова. Количество букв в них обозначено. Есть эта направляющая у вас на экране. И вообще, я считаю, что я вам помогаю, как могу. Прислушиваться только надо, потому что я здесь вещаю, я на вашей стороне. И... У меня нет никакого желания вас запутывать. Скорее наоборот. Мне как-то даже хочется уже и намекнуть как-то по-красноречивее. Только вот поможет ли вам этот намек? Дело все в том, что может ведь этот намек и кто-то другой услышит. Ваш конкурент, к примеру. То есть вам-то он поможет, но поможет еще кому-то еще. Нужны ли вам эти все дополнительные конкуренты? Нужно ли вам, чтобы соперников у вас стало больше? Я думаю, что нет. Поэтому давайте без намеков, по крайней мере, без каких-то красноречивых и неприкрытых. Давайте как-то все, чтобы в разумных рамках происходило здесь. Я готова вознаградить вас хоть прямо сейчас. Только вот, пожалуйста, назовите мне победу. Хватит вот этих составленных всяких слов, типа воздержание и так далее. Мне нужны целые слова из этого табло. Ну, или, по крайней мере, хотя бы одно слово, потому что я не жду всех, я всех не заставляю все слова искать. Одно – это уже хорошо. Одно слово любое из победных. 14 тысяч рублей у вас в кармане. Разве это плохо? Только и надо выдумывать. Пожалуйста, этим занимаются многие люди. Я это слышу, я вот явно свидетель этого, что сидят и выдумывают, чтобы такое ляпнуть. Поросятина какая-то там, вот и получается. Такие варианты в эфире.
Есть же обычные слова, находящиеся в задании. Зачем выдумывать чьи-то такие странные версии? Обыкновенные присутствующие здесь слова. Целые, читающиеся. По принципу змейки хотя бы одно вы точно можете прочитать. По принципу змейки читаются все, но если вы не хотите, вы можете не читать все. Но вот хотя бы одно прочитать надо бы и назвать в эфире за 14 тысяч рублей. И уже поторопиться со своим вариантом, оказаться здесь в программе, уже часики-то тикают, время-то не стоит на одном месте, время-то уходит, и уже его много прошло, уже его большая часть прямого эфира, да, позади, не так-то много остается, можно сказать, что уже очень мало остается, можно сказать, что мы уже буквально в нескольких шагах от финала. Ваш вариант называйте. Алло, здравствуйте, слово «настроение»? Ну, нет. Нет, здесь именно этого слова, само неплохое такое слово достаточно. Но не слово это из задания. Табло его нет. Ну, отсутствует. Здесь есть другие слова. И мне по-прежнему не назвали ни одного. Ни одного из трех победных слов я не услышала. А программа-то, между прочим, заканчивается. Это случилось. Мы с вами вышли в финал. Это финиш. Можно сказать, что финишная прямая уже это наша с вами реальность. Но финишная прямая тоже, знаете ли, не будет длиться без конца. Это значит, что надо уже действительно поспешить. Если вы хотите, чтобы 14 тысяч рублей вам достались, торопитесь. Они еще пока в эфире. Они еще пока здесь. Они еще пока ничьи, никому не достались. Но они могут быть вашими, если вы боитесь в эфир в ближайшее время. И назовите мне хотя бы одно слово из тех трех слов, что находится в задании. Если вы этого не сделаете, ну, тогда будет печально все. Все будет печально, грустно и уныло. 14 тысяч просто сгорят. Вот чего не хотелось бы, так это, чтобы деньги сгорели. Лучше они достанутся кому-то, ну хоть кому, но все равно, кому главное за победный вариант. Вот это важно. Не важно, кто вы, откуда вы и все остальное. Важно, что у вас на уме. Должен быть там хотя бы один победный вариант ответа. Важно, чтобы вы появлялись здесь с этим вариантом. Если вы просто знаете этот ответ, ну и что, что вы его знаете? Все знают эти слова. Но я не должна же всех за это вознаграждать. Да я не могу этого сделать. Я могу вознаградить только того, кто сам лично появится в эфире с четкой целью эти деньги заработать. И то, знаете ли, тоже не каждого, кто появляется в эфире, я вознаграждаю. Ведь тот, кто называет ошибочные ответы. Ну, кто-то постараться ведь должен. И, наверное, все-таки отыскал хотя бы один вариант, нужный мне. Когда у вас есть несколько мгновений, чтобы связаться с этой телестудией, свой вариант здесь обозначить. Ведь прямой эфир завершается. У нас остаются последние считанные мгновения. Это время прилетит очень быстро. Это время прилетит просто незаметно. Да практически вся программа прошла, почти не успели заметить. А тут всего лишь навсего какие-то несколько мгновений пролетят, а оглянуться не успеете. Поэтому сидеть и ждать сейчас просто-напросто противопоказано для победы. Надо действовать, чтобы добиться успеха, чтобы эти 14 тысяч рублей стали вашими. Появляйтесь в программе как можно скорее, пока еще программа не завершилась. Несколько мгновений – это все, что имеется. Так что я жду, я на вас надеюсь, я в вас верю. Я знаю, что все непросто и нелегко, но я знаю, что вы можете справиться. Я в этом уверен. Можете. Постарайтесь исправиться. Не каждый, конечно же, это сделает. Но я и не жду, что это будет делать каждый. Я не требовала, чтобы каждый старался. Я понимаю, что из вредности кто-то и не старается. Или вообще кто-то ничего не делает.
или не хочет, или деньги не нужны. Я не жду здесь всех и каждого. Мне нужен кто-то хотя бы один. Вот хотя бы один человек, кто справился с заданием. Вот есть такой человек? Есть ли сейчас? Для меня это главный вопрос. Существует ли хотя бы один телезритель, кто нашел хоть одно слово из победных трех? Если вы есть, давайте пообщаемся. Нам есть о чем поговорить. А для вас есть деньги, и немалые. 14 тысяч рублей. И это еще не все. Может быть, у вас даже больше слов. 2. Ну, тогда я на 1000 рублей больше вам вручу. А если у вас все три победных варианта, такое может быть, то на 2000 рублей больше вы заработаете. Но даже одно слово – это уже приличные деньги, это уже достойная награда. Стало 14 тысяч рублей. Вот, я не знаю, одно у вас слово, 2 или 3. Но я знаю, что вы достойны хороших денег. Если постарались, действительно. Только спешите сказать мне, что вы постарались. Номера прямого эфира по-прежнему указаны там, в том нижнем левом углу экрана телевизора вашего. Номер 0948 для жителей России и Приднестровья. Номер 09-000-7001 для проживающих на территории Армении. Для тех, кто в Казахстане, номер 3698. А для всех остальных стран существует международный номер, начинается с плюс 88. Набирайте этот номер, если вы не в России, не в Приднестровье, не в Армении, не в Казахстане. Где вы, не важно. Где вы? Не играет роли, значения не имеет. Если у вас есть победный вариант, вы почти герой. Вы близки к тому, чтобы стать героем. Если вы не будете больше ничего делать, если вы будете сохранять молчание, оставаться в тишине, безмолвствовать, 14 тысяч достанутся кому-то другому. Достанутся, перейдут уже кому-то другому, к вашему конкуренту, может быть, тому, кто не побоится. То есть этот вопрос там сидит, боится, сомневается, стесняется. А кто старается и действует? Вопрос в этом. Итак, ну что, последние мгновения программы. Я не хочу вас пугать или стращать, портить вам настроение, нагнетать ситуацию. Просто я обозначаю, как есть. Ваша версия. Здравствуйте. Алло. Алло. По-моему, слово «содержание». Содержание. Ну, нет. Длинное слово, но не за него. 15 500. Я предлагаю герой не за ваше слово. Но это, вы знаете, мое последнее предложение. Да, просто программа заканчивается, уже там, чтобы времени нет, что-то еще предлагать, что-то еще делать. Итак, последние мгновения прямого эфира остаются. Так что вот, чтобы заработать 15 500 рублей минимально за любое слово из трех победных, появляйтесь в эфире поскорее. Желательно уже немедленно, чтобы вы это делали. Через несколько мгновений шоу закончится, и я не шучу. Я не шучу. Времени мало, но если воспользоваться им рационально, вы успеете. Если действительно рационально это сделать, не сидеть, не ждать, не спать, время зря не тратить, а как-то успеть. Вы в эфире. Что нашли? Алло, здесь Вова Хворостина. Ты хворостиной? Ой-ой-ой, ты хворостиной. Что бы я сделала, если бы у меня была хворостина? Это не победный. Я вижу, что вы его, опять же, надергали из отдельных углов задания. Просто даже обсуждать ваш вариант не хочешь. Как хворостина вообще? С моими словами, вы встречались и будете встречаться, наверное. Может быть, будете встречаться. Но встречались точно. Или встречаетесь сейчас? Может быть, как-то эта хворостина и была для вас стимулом встречаться с моими словами? Потому что кто-то ведь исключительно из-под палки с ними встречается. Ну, просто
Я считаю, что любой нормальный человек должен с ними встречаться. И, честно говоря, по своей воле, а не только из-под хворостины, под палки и прочих других понукающих каких-то средств, из-под плетки. Что-то только с подачи хворостины, может быть, да, с этими словами сталкивается. А у кого-то желание есть и самому это сделать. С этими словами как-то соприкоснуться. То есть я не знаю, как у вас, и насколько эта хворостина вообще близка к вам. Вот лично мне хворостина не требовалась никогда. Зачем до такого дотягивать? Зачем дотягивать до хворостины или там до еще чего-то, до розг и прочего, когда можно взять и сделать, и не понадобится никакая хворостина. В общем, просто к чему я все это говорю? Слово ваше не победное, вы его составляете, его даже с трудом вот я могу притянуть за уши, только если к победным словам. Это просто слово не из моего задания, поэтому что я буду его обсуждать, тратить на это время? У меня почти не осталось времени здесь находиться. У меня уже почти нет времени, чтобы обсуждать с вами правила задания, снова их рассказывать. Вы эти правила должны и так знать, по идее. Я их уже рассказывала ранее, и если вы до сих пор их не знаете, то... ну что? Это значит, вы вообще меня не слушали, или, может быть, только что подключились. Но тогда, знаете ли, познавательненько. Я уже скоро буду прощаться со своими телезрителями. Тут, в общем-то, приличная часть шоу уже прошла. То есть почти все шоу прошло, и мы многого добились. Тут многое было, и много интересного произошло. Но пока не случилось главное. И появился последний, третий герой в программе, который должен завершить здесь все своей победой. Третьему герою я предлагаю самые большие деньги за сегодня, 15,5 как минимум, за одно слово, за 2 на 1000 больше, за 3 на 2000 больше. Предыдущие герои зарабатывали гораздо меньше. А я предлагаю третьему победителю вот столько. Ну и все, это предел, это потолок. Больше денег не будет. Больше денег никто не станет предлагать. Есть только вот эти 15,5 тысяч рублей, мое последнее предложение для вас. Поэтому или забирайте эти деньги немедленно, или тогда я сама называю победные слова 15,5 удара. Так, они все-таки будут вашими или сгорят? Вам решать. У вас есть пара мгновений. Может быть, даже одно мгновение. На самом деле, я уже почти что прощаться должна. Все, я уже сейчас буду начинать прощаться, потому что это уже невозможно. Сколько можно? Сколько можно ждать? Я еще готова принять один последний телефонный звонок, и если это будет не победитель, ну что ж, очень грустно, очень грустно. Я не хотела, чтобы сегодня так программа заканчивалась. Я ждала другого результата, я надеялась на другой, но уже планы пришлось пересмотреть. И да, мы, конечно, не успели перейти к 4-5 заданиям. Ваш вариант. Алло, наводнение. Наводнение? Это ужас. Это кошмар. Какое наводнение? Мои слова не связаны с природой, с природными явлениями, катаклизмами, какими-то со стихией. Вчера, да, было наводнение в Москве. Какое наводнение? Ой-ой-ой. Началось оно с Беларуси, кстати говоря, пришло в Москву, добралось. А сегодня наводнения уже нет, все высохло. Какое наводнение? Какой вариант у вас говорить? Да, девушка, я нашла слово «общежитие». Вы нашли победный вариант. Один из трех, да, есть это слово в задании. Как вас зовут? Лариса. Лариса, вы откуда? Саранска.
И к вам, Лариса Саран, отправились 15:30. На этом я должна с вами прощаться, друзья. Сегодня у меня было трое победителей в программе. Увидимся когда-нибудь потом. Всего хорошего, до свидания.